Полуфинал конкурса «Открытый муниципалитет» прошел в Дагестанском государственном университете народного хозяйства города Махачкалы. Участники полуфинала прошли второй этап, в котором они прошли регистрацию на участие по одному из 13 направлений, после чего полуфиналисты приступили к тестированию и написанию эссе. В своем обращении к конкурсантам президент Дагестанского государственного университета Гамид Бучаев подчеркнул всю серьезность мероприятия, отметив, что Хасавюрт в этом плане всегда предоставлял молодежи возможность проявить себя в спорте, науке, образовании и любом другом направлении. И у вас должны быть чувства, давайте сделаем Хасавюрт чище, лучше. Вот такой клич поставим. Там, может быть, даже там для интереса района внутренний, неофициально сделать, чтобы соревновались. Это в ваших руках. Там народ хороший. Там вот и кумыки, и аварцы, и чеченцы. Вы давно уже породнились, вы близкие люди. Вообще, хасавюртцы очень мощные. Мне нравится этот район. Глава города Хасавюрт Зайнудин Акмазов также обратился к полуфиналистам конкурса, пожелав им удачи и выразил благодарность Бучаеву за теплые слова в адрес города. Говорят, для нас это большая честь, что вот такой человек, который 25 лет в свое время, в самые трудные времена для Дагестана, стал министром и потом прошел все ступени служебной лестницы, очень многое сделал для Дагестана. Решили они помочь нам в проведении этого конкурса. Если бы не это, то уровень нашего конкурса был бы совершенно другой. Я обратился, не стал беспокоить Гамида Ахмедовича, к сыну обратился, к ректору университета. Он согласился, потому что мы еще в прошлом году заключили договор о совместной деятельности во всех направлениях. Член организационного комитета Марьям Унпиева подвела итоги первого этапа и коротко рассказала о следующих двух. Говоря о сфере деятельности, которую вы выбирали, большинство участников выбрали сферу деятельности экономика и финансы. Далее также в тройку лидеров сфер вошли обеспечивающая сфера, образование и наука. По каждой сфере, общаясь с участниками, они многие говорили то, что они готовы работать в каждой сфере, и они мобильны и готовы подстроиться под любые условия. Это, конечно, очень радовало. Те участники конкурса, которые наберут большое количество баллов, они пройдут в третий этап. Третий этап пройдет 10-11 ноября, он уже будет в Хасавюрте. В Хасавюрте также намечается насыщенная программа, и не буду раскрывать все козырные карты, и надеюсь, все будут довольны. В окончании совещания участники были сопровождены в аудитории для прохождения тестирования и написания эссе. Зайнудин Акмазов и Гамид Бучаев также просмотрели ход работы проведения тестирования полуфиналистов. На данный момент составом экспертов отбираются участники в финал конкурса, где их ждет работа в ассисмент-центре образовательной и культурной программой. Курбан Гирейханов, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».